про зарядку. На протяжении всей своей жизни я все время о зарядке думала как о чем-то очень ужасном. Очень мне ее всегда не хотелось делать, я вообще не понимала, зачем так мучить себя с утра. Вот. Но не прошло и полвека, как я поменяла свое мнение о зарядке. Совершенно случайно, в одночасье. Прям вот так и поменяла. Потому что прослушала каст Сергея Юрьевича Башутина о том, вообще, что такое зарядка, в чем ее суть. И мне очень понравилась эта идея. Я ее раскрывать не буду вам. Поделитесь своими впечатлениями вообще, как вы относитесь к зарядке и что для вас зарядка. И если у вас на этот счет будет какое-то свое интересное мнение, мне будет тоже очень интересно его почитать, послушать. А так, очень рекомендую вас присмотреться к сообществу «Аватар». И если вы туда войдете, то вы получите очень, очень много полезной и нужной информации.